Всем здравствуйте! Сегодня мы приготовим очень вкусную бутербродную массу буквально за несколько минут. Для приготовления нам понадобится пара плавленных сырков, баночка тихоокеанской натуральной сайры и майонез. Сайру разминаем вилкой. Сырки трем на мелкой терке. Смешиваем сайру, сыр и столовую ложку майонеза. Бутербродная масса готова. Можно намазывать ее на хлеб и подавать к столу. Это прекрасный завтрак или перекус. Эта бутербродная масса хорошо хранится несколько дней в холодильнике в закрытом контейнере. Я надеюсь, что она вам понравится. У меня на этом все. Всем приятного аппетита и пока-пока!